Всем здравствуйте! Решил поделиться еще одним видео про Honda VZL. Вот приобрел автомобиль. Была такая как бы проблема по дороге, стиральная доска. Ощущались стуки, похожие на стоечку стабилизатора, резинки стабилизатора. Все поменял, звук этот не ушел никуда. Поменял стойки, поставил каябовские, машина стала помягче, поприятнее намного, но все равно этот звук остался. Ну, решил копаться дальше. Вот дошел до подушки двигателя, вот опора двигателя, вот это вот так называемая гидравлическая правая передняя. Вот она, оказывается, была просажена. Снял вот эту крышку верхнюю, вот эту. Тут всего два болта, этот болт, гайка, две гайки и центральный. Перед этим надо двигатель подомкратить, чтобы он не ушел вниз слегка. Подомкратили, снимаю просто вот этот, выкручиваю один болт и вот эту алюминиевую пластину под нее, ну там увидите, подложил шайбы 4 мм. Теперь между пластиной и подушкой у меня вот проходит палец, помещается, и все, и звук ушел, автомобиль стал как новый. Вот. Рекомендую.